Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас снова распаковочка. Посмотрите, какая гора сюрпризиков у нас сегодня. И, естественно, у нас есть новиночка. И это сюрпризик не только для вас, но и для меня. Эту коллекцию мне нарисовала сестра. У нее есть свой канал «Люблю рисовать», и она показывает, как рисует эти сюрпризики. Ссылочку я оставлю в описании. Переходите, смотрите и подписывайтесь на ее канал. Ну и как всегда в честь новиночки мы откроем три сюрпризика. Раз, два, три. И пойдем выбирать дальше. Мы возьмем два киндера. Веселые прилипалы, две штучки. Мини-лента, два конвертика. Выстрелы для наших пиратов, два конверта. И они уже совсем скоро закончат свой бой. Хочу поменять вот на этот. Возьмем два сока, апельсин и виноград. Одного мячика хочу. Холодное сердце возьмем, один сюрпризик. Вот это. Один РЖД. Одного из наших знаменитых котиков или коты рулят. И сколько же у нас шопкинсов? Не знаю, как из них выбирать. Возьмем, наверное, три конвертика. Один, два и три. Вот столько много сюрпризиков мы сегодня с вами откроем. И давайте скорее начинать. Первая коллекция РЖД. Где же этот конвертик? Я его вижу. Так, что же нам сегодня попадется? Нам попадается вот такой милый львенок под номером один. Давайте приклеим его. И первый поезд тоже может отправляться в путешествие. Нам осталось собрать совсем немножко сюрпризиков. Идем дальше. Игра «Морской бой». Так, где же у нас наши бомбочки? Вот здесь. Так, первый конвертик. И сразу же будет стрелять зеленая команда. Зеленая команда стреляет опять и попадает, топит двухпалубный кораблик. Так, не подсматриваем. Отмечаем выстрел и бежим скорее смотреть, куда стреляет оранжевый. Оранжевая команда стреляет в V2 и промахивается. Отмечаем и бежим смотреть дальше. Так, зеленая команда G5 и промахивается. Отмечаем выстрел. И переходим к оранжевой команде. Оранжевая команда стреляет в V1 и тоже промахивается. Кто же победит в этой игре? Осталось так мало конвертиков с выстрелами и так мало полей, куда они могут стрелять. Очень интересно. Ну а мы с вами идем дальше. Следующая коллекция у нас мини-лента. Вот у нас два конвертика. Так, я потом потеряю конвертики, пускай тоже здесь лежат. И открываем первый конвертик. Хорошо, он склеен. Не хочет открываться. Отдай мне сюрпризик. Что уже там, что уже там? Под номером 22. Вот такое вот средство для стирки, наверное, или для мытья посуды. Ребята, вы знаете, что это такое? Расскажите мне, пожалуйста. Так, эта наклеечка идет на свое место. И мы открываем второй конвертик. И у нас под номером 25 попадается наклеечка вот с таким шампунем для мужчин Шаума.
Ну а мы идем дальше. И следующая коллекция — сок. Мы взяли опять два конвертика. И нам попадается томатный сок Joy. Такого у нас еще не было. Приклеиваем. И открываем второй конвертик. Вот такой вот у нас сок, яблочный, сочный. Я уж подумала, что у нас повторочка. Я его перепутала с таким соком Smack, березовым. Приклеиваем. И идем дальше. Я очень хочу поскорее закончить с нашими старыми коллекциями и перейти к новой коллекции сюрпризу от канала «Люблю рисовать». Так, коллекция киндера. У нас два киндера. Я забыла ножницы. Давайте посмотрим, что внутри. Ой. Так, нам попадается, судя по форме, принцесса. И мне кажется, что это повторочка. Да, точно, это Золушка. Пускай полежит рядом с каталогом, а в конце видео мы ее уберем в конвертик для повторок. Переходим ко второму киндеру. И здесь нам попадается... Так, мне кажется, что это тоже повторочка. Нет, я думала, что это вот такой вот миньон-солдат. А здесь вот такой вот миньончик, мне кажется, моряк, потому что вот с таким вот якорем он стоит. Давайте приклеим его на место. Ох, ребята, как же я хочу, чтобы серия с миньонами собралась быстрее всех. И пока что моя мечта близится ко мне. Так, а мы идем дальше. Стражи Арктики, собранная коллекция. И следующая коллекция у нас — веселые прилипалы. В первом конвертике у нас хитрюн. Вот такой вот желтенький хитрюн прилипало. Так, где же его место? Вот здесь, рядом со скромнягой. Давайте прочитаем про него. Ну, очень хочется гулять, а мама не отпускает. Тут тебе поможет хитрюн. Он знает, как исхитриться ради чего угодно. Подружись с ним, и вот уже хитрый план готов в твоей голове. Ну нет, маму все равно нельзя обманывать. Ну, немножко схитрить можно. Так. Приклеим нашего хитрюнчика. Хитрюна. Кого? Хитрюн или хитрюнчик? Приклеиваем. И спешим открыть второй конвертик. Какой красивый, с глазками, сердечками, и сердце прям вырывается из груди. Это влюбляка. Ну что, влюбился? Это все влюбляка виновата. Она самая любвеобильная чудилка. И больше всего она любит заводить новых друзей. Вкладыши мы уберем в конце видео, конвертик для повторочек. А влюбляку мы приклеим на ее место. Самая первая в нашей коллекции. Ну а мы идем дальше. И дальше у нас амнямчики. Где же тут наш зеленый конвертик? Вот он. Так, открываем. Заглядываем. И находим амнямчика под номером 3. Это наша повторочка. Вот такой вот милый амнямчик. Полежи пока рядом с каталогом. Мы про тебя вспомним в конце видео. А мы отправляемся дальше. Я люблю кошечек. У нас один конвертик. И нам попадается вот такой чеширский кот из мультика про Алису в стране чудес. Под номером 8. Вот здесь его место. Как же я обожаю его огромную улыбочку. Пускай нам улыбается теперь каждое видео. Ну а мы отправляемся вперед.
И у нас огромная коллекция шопкинсов. Посмотрим, что нам сегодня попадется. О, я продырявила наклеечку. Давайте ее спасать. Аккуратно отгибаем скрепочки и достаем. Ну, думаю, ничего страшного. Нам попадается вот такой вот молочный коктейль под номером 69. У нашего йогурта появляется сосед. Вот такая вот милашка. В следующем конвертике у нас... Что же это такое? Интересненько. Номер 110. Относится красота и здоровье. Наверное, это какая-нибудь зубная паста или зубная щетка. Ребята, а вы знаете, что это такое? Давайте посадим на место. Я загуглю, что это такое, и расскажу вам в следующем видео. Или же вы мне этого расскажете в комментариях под этим видео. А мы открываем следующий конвертик. И у нас попадается вот такое вот что-то сладенькое, скорее всего, потому что написано «Кэнди». Номер 57. Давайте найдем. Да, это сладости. Но что же это такое? Опять-таки, пишите в комментариях, или я вам расскажу в следующем видео. И это первая наклеечка на этой страничке. Здорово! С шопкинсами мы закончили и переходим в коллекцию «Холодное сердце». А в «Холодном сердце» нам попадается... Вы уже узнали, кто это? Это же Эльза, когда она была еще малышкой. Так, она под номером 3. Вот на таком озере она будет кататься. Отправляем нашу маленькую принцессу кататься. А сами переходим к новиночке. И для новиночки у меня ничего не оформлено, потому что я не знаю, что внутри. Это абсолютный сюрприз. Я думаю, когда мы откроем все конвертики и приклеим их в наш каталог, я оформлю страничку и покажу вам, как я ее оформила. Давайте скорее открывать. Так, у нас выполнено в виде конвертиков. Открываем. Что-то яркое, что-то очень яркое. Какая звезда! Смотрите, ребята, какая красота! Это моя сестра нарисовала сама и сделала самодельную наклеечку. Мастер-класс вы можете посмотреть в ее видео. Давайте ее поскорее приклеим. Звездочку мы приклеим повыше, как будто бы она падает с неба, и можно загадывать желание. Открываем второй конвертик. И это действительно конвертик, так здорово. Так, что же внутри? Смотрите, какой милый пончик с посыпочкой и глазурью. Так, пончику мы найдем место на этой страничке. Вот так. И открываем третий конвертик. Интересно, интересно, что же здесь внутри? И нам попадаются вот такие сердечки. Сердечки отправятся вот сюда. Вот такая красота. А я хочу вам еще раз напомнить, что эти наклеечки самодельные, их сделала моя сестра. И как их нарисовать, и как сделать из них наклеечки, вы можете посмотреть в видео моей сестры. Канал ее называется «Люблю рисовать», ссылочка будет в описании. Ну а на этом все, мы переходим в самое начало нашего каталога, к конверту с повторочками. И убираем туда нашу Золушку. Вкладыши «Хитрюн» и «Влюбляка». И вот такого милого амнямчика из пионерского лагеря.
Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Видео с бумажными сюрпризами будут выходить с понедельника по пятницу в 15 часов по московскому времени. Пока-пока!